Друзья, привет! С вами снова будни на кухне, или, другими словами, мой выходной. Вот показываю, чем я сегодня занималась. Занималась я сегодня заготовкой леча. Вот. Сейчас только выключила и буду разливать по баночкам. У меня здесь 2 килограмма перца было, ну и примерно столько же помидоров. Перец и помидоры я покупала по 99 центов за килограмм. Ну вот, не знаю, сколько у меня получится баночек. Потом покажу вам результат. Ну, наливать неудобно с камерой, так что разолью по банкам, потом покажу вам дальше. Ну вот, показываю вам итог моей сегодняшней деятельности. Вот 7 баночек у меня, и это тут еще довесок на покушать. Ну, короче говоря, где-то 3,5 литра. Вот сейчас я их укутаю в тепло. Они постоят, остынут, и потом все в наш волшебный подвал на зиму. Ну вот, я снова посолила огурчики еще сегодня. Это, конечно, не на зиму, это на сейчас, на еду. А еще вот у меня хоть и выходной день сегодня, но нету времени готовить, я должна уйти по делам. И вот в таких случаях меня очень выручает вот моя практика. Значит, практика какая? Вот я достала из морозилки замороженные котлеты. Ну, котлеты эти я морозила сама. Я вообще частенько так делаю, когда покупаю фарш, например, и сразу одним махом я много делаю. И часть замораживаю вот как раз для таких случаев, когда времени нету, или на работу надо бежать уже, или продуктов нету, а надо срочно что-то приготовить. В общем, я считаю, что это очень удобно в моем случае, и поэтому я вот частенько практикую такое. Если из фарша, то замораживаю котлеты, или делаю фрикадельки, или тефтельки, или голубцы. Вот, и вот как в сегодняшнем случае у меня вот тут закрыто пищевой пленкой. Тут у меня 2 слоя. Сейчас они немножко разморозятся. Я их просто быстренько пожарю. И все, там у меня еще 2-й слой тоже проложенной пленкой. Так что вот такая у меня практика, которая меня выручает в таких случаях, как сегодня. Ну вот и все, пожалуй, на сегодня. Тогда я с вами прощаюсь, друзья. Как всегда, желаю вам здоровья и до новых встреч на канале. Пока-пока!